Самое в Южной Корее и крупнейшая в Азии. Международная туристическая выставка «Котфа-2018» продолжает свою работу в Сеуле. В ней принимают участие туроператоры и турагенты, представители гостиничных комплексов и курортов, международных авиалиний, специалисты и агенты. В этом году она объединила 70 стран, в числе которых и Узбекистан. С места события передает Ольга Русакова. Название одного из самых масштабных событий в туристической отрасли азиатского региона вынесено на первые страницы газет. А поток посетителей выставки не иссякает. Ведь здесь сливаются воедино культуры и традиции разных стран и народов. Воздух наполнен ароматами блюд, вин и сладостей со всех концов света. Стенды украшены цветочными композициями и декорациями, создающими атмосферу той или иной местности. Прибавьте к этому многообразие предложений как для профессиональных гостей выставки, так и для потенциальных туристов. Войдя сюда, я просто был поражен красотой и насколько органично ваш стенд передал мои воспоминания об Узбекистане. То есть я увидел сразу эти сказки, которые читал в детстве, увидел Бухару, Самарканд. Просто очень красиво. Я считаю, что это, наверное, самый красивый стенд на этой выставке. Было интересно узнать опыт вашей страны, участие в подобного рода выставках, вообще привлечение туризма в свою страну, корейских в данном случае туризма, и других стран региона, азиатского региона. И какие методы, какие решения использует Узбекистан, довольно интересно. По статистике, ежегодно 10 миллионов граждан Республики Корея выезжают за границу. Тяга к путешествиям и новым впечатлениям столь сильна, что отдельные их любители входят в образ отдыхающих прямо на месте. А участники выставки тем временем решают основные задачи туристического бизнеса – маркетинговых исследований, формирование позитивного имиджа своих стран, рекламы и продаж. Трудно переоценить важность сферы туризма в условиях глобализации, поскольку с каждым годом она приобретает все большее значение для развития экономики каждой страны. Эксперты посчитали, что гостиницы, предназначенные для туристов, рентабельны, даже если загружены на 27-29%. А по оценкам экономистов, турист, провозящий в городе 2 часа, расходует в среднем 7,5 долларов в час. Нетрудно посчитать, сколько потратит 100 тысяч и более туристов. Об уровне организации выставки свидетельствует не только количество посетителей, но и результативность проведенных переговоров. Всегда интересно наблюдать, как на смену эмоциям приходит прагматичный подход, основанный не только на выгодности, но и на надежности сотрудничества с Узбекистаном. Прошедшая презентация, организованная при содействии посольства Узбекистана в Республике Корея, ознакомила корейских партнеров с предложениями, интересными направлениями и перспективами туристической сферы нашей страны. Наш еженедельный журнал специализируется на освещении не только экономических, но и культурных и иных событий в жизни Узбекистана. На его страницах мы даем информацию о достопримечательностях, развитии туриндустрии. Ее привлекательность усиливается также благодаря значительному упрощению визового режима, совершенствованию соответствующей инфраструктуры, а также расширению географии авиа- и железнодорожных сообщений. Следующий выпуск журнала расскажет об участии Узбекистана в международной туристической выставке «Котфа». С помощью нашего издания возрастает интерес корейского народа к вашей республике, ее великой культуре, историческим памятникам. Мы будем и в дальнейшем способствовать сближению и взаимовыгодному сотрудничеству наших стран.